фестиваля House of the Rising Sun. И сегодня у нас выступали эти замечательные ребятушки. Расскажите, как вам выступалось? Это было крайне волнительно. Да, крайне волнительно. Но очень здорово. Что вы можете посоветовать тем, кто, допустим, сомневается, выступать, не выступать? Ну, выступать однозначно хорошо, потому что это как минимум очень полезный опыт и развитие стрессоустойчивости, так сказать. Поэтому выступайте. Да, выступайте. Ну, то сейчас это легко говорить, конечно. Выступайте. Расскажите о том, сколько вы занимаетесь, кто ваш преподаватель? Я занимаюсь 2 года. Ровно, можно сказать, я как раз в середине марта, 2 года назад, пришел в танго. Преподаватель Мария Кушепаева, вот, с Денисом Козиным и Володей Гусевым. Ну и наши прекрасные Саша Крупников и Катя Лебедева. Да, ну аналогичная история, чуть больше 2 лет и те же преподаватели. Голосуйте за ребят. Ставьте лайки, комментируйте все обязательно, и скоро мы вывесим большое голосование. А пока просто комментируйте под каждым видео. Como vos, por ser yo tu héroe.